Частное природоохранное учреждение организовано в 2017 году, в ноябре. До этого у нас был как птичий двор название с 2013 года. В 2013 году мы взяли себе грача по объявлению. Жалко стало, потому что никому он не был нужен. То есть это объявление мы видели уже очень давно и постоянно его выставляли. Может быть, кто-то возьмет себе в квартиру, потому что у грача сломано крыло было, и никому как бы он в принципе не нужен. Построили ему вольер, ну ему скучно было. То есть такой момент был, то что он и есть уже отказывался. Поэтому мы нашли еще птиц таких же, с такими же проблемами. Ворон, грачей, галок. Вот, привезли, подселили, все зажило, все хорошо. То есть грачу было весело, всем воронкам тоже было весело. Либо сотрясение мозга врезалось куда-то, либо сломано крыло, либо нога. Это все вот три вещи, с которыми могут приключиться в естественной природе с птицей. Ну, не брать, если пневматику и стрельбу по птицам, потому что так вот очень много людей развлекаются. Допустим, вороны, они у нас практически все стрелянные. Самая большая трудность – это непонимание людей, потому что люди думают, что у нас существуют приюты, и мы финансируемые. Мы не финансируемые организации. То, что мы сами заработали, мы тратим на этих птиц. Есть только считанные люди, которые нам помогают пожертвованиями. За счет этого мы и существуем. Иногда звонят и говорят, вы обязаны приехать. Мы не можем. Потому что, ну, если бы у нас было должное финансирование, мы бы сели и поехали. То есть забрали бы птичку, и она бы жила бы у нас без проблем, и мы выхаживаем, и мы кормим, и все птицы у нас за наш счет содержатся. Мы не отказываемся помогать птицам, но мы не можем брать больше, чем мы можем обеспечивать.